Разрешите вас познакомить с условиями поступления на программу магистратуры в Московский экономический институт в 2022 году. Для того, чтобы узнать об условиях поступления, также программу вступительных испытаний, вам нужно зайти на официальном сайте в раздел «Абитуриенту» и выбрать интересующий вас год поступления. Если же вас интересуют наши преподаватели и учебные планы, а также другая информация по практикам или еще что-то, вы можете зайти в сведения образовательной организации и посмотреть всю документацию. Какие же у нас даты поступления? Прием документов мы начнем 1 апреля, а завершим 18 августа. Также с момента начала приема документов мы будем проводить вступительные испытания по мере набора групп. Прием согласия с зачислением мы завершим 25 августа. И 26 августа будет издан последний приказ о зачислении с началом обучения с 1 сентября. Какие у нас необходимо подготовить документы для поступления? Это паспорт, СНИЛС, диплом о высшем образовании, свидетельство о признании иностранного документа образования, если это необходимо, материалы, подтверждающие ваши индивидуальные достижения. Так как вы сдаете вступительное испытание, вам нужно приготовить свои фотографии. Это 4 матовых фотографии размером 3 на 4 сантиметра, а также электронная фотография, ваше селфи, где лицо расположено прямо и занимает не менее 80% от площади фотографии. И заполняете бланки. Бланки на поступление, согласие на обработку и размещение персональных данных, а также согласие на зачисление до 25 августа. Это согласие на зачисление может быть представлено. То есть не сразу с момента подачи заявления на поступление. Как же можно подать документы на поступление? Вы подаете документы лично, либо через доверенное лицо, через почту России или посредством электронной информационной системы института. Вы видите, здесь представлен у нас слайд, где с официальной страницы можно увидеть, как подать эти документы онлайн. Если вас интересуют более подробно способы подачи документов, у нас есть отдельный материал. По вступительным испытаниям. Вы, поступая на программу магистратуры, сдаете вступительные испытания дистанционно. На слайде вы видите все вступительные испытания, которые могут быть сданы вами при поступлении на программу магистратуры. Те, кто поступают на программу экономика и менеджмент, сдают экономическую теорию. На юриспруденцию сдается право. Дизайнеры представляют свое профильное портфолио, состоящее из ваших творческих профессиональных работ. Для того, чтобы поступить на магистратуру по программе психологии, необходимо сдать по общей психологии тестирование. Все тесты у нас проводятся дистанционно через наш портал, который называется Инстади. Здесь вы видите пример того, как проходит идентификация личности абитуриента при сдаче вступительных испытаний и список вступительных испытаний. Вы можете увидеть сразу о том, что это сейчас представлено несколько вступительных испытаний, вы сдаете же только одно. Вступительные испытания с момента подачи документов и представления вам логина и пароля вы можете сдать в удобное для вас время до 23 августа. О том, как сдавать вступительные испытания, у нас также представлен отдельный материал, и с ним можно ознакомиться и более подробно об этом узнать. Для того, чтобы поступить и при участии в конкурсе, мы также принимаем ваши индивидуальные достижения. Здесь вы видите этот список, это публикации, статьи, либо участие в каких-то конкурсах, участие в грантах, наличие диплома в образовании с отличием профильного и также рекомендации работодателя. Вы все свои документы присылаете копии, и мы начисляем баллы. Если вы хотите посмотреть, сколько баллов будет вам зачислено за каждое индивидуальное достижение, вы можете зайти на страницу абитуриента в разделе официального сайта в магистратуре и все это посмотреть внимательно, изучить. Если у вас остались вопросы по поступлению на программу магистратуры, вы видите на своих экранах у нас телефоны в рабочее время, мы вам обязательно на них ответим, а также почта приемной комиссии. И отвечаем также мы с удовольствием на ваши вопросы через живой чат на сайте нашего института. Спасибо.